Уважаемые сограждане, я Ангелина Лукас, военнослужащая штатной команды по боксу Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан. Хочу выразить всем пострадавшим от поводков, согражданам, слова поддержки в это трудное время для всех нас. В 10 областях Казахстана действует режим чрезвычайной ситуации в связи с поводками. Из зон бедствия были эвакуированы более 100 тысяч человек, из них 35 тысяч – это дети. Тысяча людей остались без крова, тысячи домов затопило. Давайте будем идти плечом к плечу и дальше, ведь трудности должны нас только сплотить, закалить и сделать ближе друг к другу. Хочется выразить благодарность всем службам спасения, кто работает и борется над тем, чтобы остановить водный поток. И спасибо всем тем, кто помогает пострадавшим. Сейчас нелегкое время для всех нас. Я, военнослужащая Центрального клуба армии, готова оказать возможную помощь вам. И помните, вы не одни с этой проблемой. Со своей стороны, я свою зарплату от Центрального спортивного клуба армии выделяю на помощь пострадавшим. И в последующем обязательно буду стараться помочь. 25 апреля, и мне предстоит борьба за один из самых престижных титулов чемпионки мира. Я буду бороться не только за себя, но и за каждого казахстанца, за свою страну, за каждого, кто находится в тяжелой ситуации, кому нужна вера и сила, чтобы продолжать идти дальше. Я буду сражаться за вас, и я покажу всему миру, что я из Казахстана. И знаете, если вы думаете, что уже нет сил продолжать, нет выхода и нет веры, просто продолжайте идти и не останавливайтесь. Продолжайте идти к цели. И, пожалуйста, никогда не теряйте веру во Всевышнего. Быс бергемыс.